Ребе родился 18 апреля 1902 года в городе Николаев. Уже в детстве будущий Ребе размышлял о том, как будет выглядеть мир после прихода Машиаха. За годы своего руководства Любавическому Ребе удалось приблизить к еврейству множество людей во всех уголках мира. Он использовал все доступные возможности, чтобы добиться этого. Хасидское движение превратилось в мощную силу, положительное влияние которой ощущают миллионы людей. Тысячи его последователей разъехались по всем уголкам земли, чтобы помочь другим евреям ощутить связь с иудаизмом. День рождения Ребе – не просто событие его личной жизни. Слово «Ребе» – аббревиатура слов «Рош Бней Исраэль» – голова еврейского народа, голова – центр, благодаря которому весь организм действует как единое целое. Так и еврейский народ связан с главой своего поколения, Любавическим Ребе Менахем Менделом Шнеерсоном. В день рождения духовный источник души наполняется особой силой. Это называется мазаль. Мы должны максимально использовать этот момент, чтобы скорее достичь своих целей и правильно построить свою жизнь, пользуясь столь сильным приливом энергии. Душа Ребе пришла в наш мир ради того, чтобы раскрыть духовные силы евреев и объединять их между собой. Подтверждение этому – тысячи задокументированных историй. Каждый из нас – элемент огромного механизма. Любой наш поступок помогает существовать и совершенствоваться всему миру. Вот почему день рождения Ребе касается всех нас. Главное послание, которое Ребе дает миру – ответственность еврейского народа за каждого еврея, где бы он ни находился.